Генеральный спонсор программы – компания «Киев-Конти». Итак, мы снова приветствуем всех, кто собрался около своих телевизоров, чтобы наблюдать за ходом интересных, захватывающих соревнований. В эфире «Веселые дельфины». Программа, которую можно смотреть всей семьей, которая поднимает настроение и улучшает состояние духа. Что ж, команды готовы? Тогда текущие соревнования объявляются открытыми. Только перед началом всем участникам огромная просьба не бросать Деда Мороза в воду, потому как ему там будет, ну, не совсем удобно. Спортивный клуб «Мастера плавания Донбасса», учредитель и организатор соревнований. Уже первый конкурс обещает захватывающие и интересные соревнования. Энергия, которая бушевала в наших участниках, вышла боком. После активного старта от такого напора у конкурсанта команды «Нового мира» лопнул. Видно, не зря где-то среди участников прогуливался Дед Мороз. По крайней мере, первый подарок он ребятам сделал. Лишил их первого конкурса. Ну что ж, в таком случае переходим сразу ко второму. Начинаем мы со второго этапа. Второй этап прямо сейчас. В нем участвуют большие всяческие спасательные плоты. Учитесь, Новый мир сегодня решил не отдавать преимущества. С первых секунд над водой виден только красный напульсник. Киев-Конти идут вторыми. Задание каждой команды – переправить всех детей своей команды. С одним пассажиром на борту теперь нужно доплыть до другой стороны бассейна, а там передать очень важный груз коллеге по команде, что и делает первыми Новый мир. Арена Днепро, к сожалению, отстает, но старается. Ай, уронили! Ну как же, не роняем никого! Тем временем Новый мир принимает на борт еще одного пассажира. Киев-Конти сбавляют обороты, а спасательный плот из арены Днепро незаметно сокращает дистанцию. И вот он уже опережает Киев-Конти. Самыми радостными, по-моему, выглядят дети команды «Новый мир». Конечно же, наверное, нравится выигрывать, к тому же, если гребешь не ты. У буксиров сегодня самая сложная задача и, естественно, самая большая ответственность. Вот уже по четвертому ребенку на плоту у команд «Нового мира» и «Арены Днепро». Судя по всему, Киев-Конти очень старается, но с каждым грибком достать своих конкурентов все сложнее и сложнее. Ноша все тяжелее, а плот все непослушнее. Вы посмотрите на «Арену Днепро». Они решили догнать или даже перегнать лидеров этого конкурса команду «Новый мир». Последний ребенок на плоту, финишная прямая, учитесь! Новый мир так и не выпустил из своих сильных рук победу в этом конкурсе. От них немного отстала команда «Арена Днепро». И вот запоздалый, но уверенный финиш Киев-Конти. Устали, устали ребята. И все, естественно, обращаем внимание на табло. Киев-Конти, так как оказались самыми нерасторопными, получают единичку, «Арена Днепро» честно зарабатывают 2 балла, и «Новый мир» заносит в свой актив 3 балла. Итоговые очки смотрим тут же. Дан старт новому конкурсу. Буквально наступая на пятки, «Арена Днепро» и «Новый мир» толкают впереди себя мяч. Почти одновременно подходят к противоположному бортику. Это эстафета с мячом, в которой каждый участник веселых соревнований должен, просто обязан внести свою лепту. Скорее, скорее, нельзя терять ни минутки. И вот результат стараний. «Арена Днепро» догоняет своего главного соперника «Новый мир». И даже немного перегоняет. Но это только начало. Пошли, вернее, поплыли взрослые участники. Судя по всему, «Арена Днепро» решила не отдавать свое небольшое, но все-таки преимущество. Передача мяча и плывем, плывем дальше, не останавливаясь. Киев-Конти что-то никуда не торопится. Видно, экономит силы перед финальным броском. Может, это у них тактика сегодня такая? Посмотрим, как она сработает. Но что мы видим? Судя по всему, Киев-Конти отстает от соперников на целый круг. Ой, нехорошо! Ой, нехорошо! Тем временем «Новый мир» упорно идет к финишу, оставив позади не только Киев-Конти, но и команду «Арена Днепро». Откуда только у ребят берется сила? Вот в чем вопрос.
Последняя передача мяча – прыжок, какой прорыв! По-моему, новый мир делает все сегодня, играет, в том числе и побеждает. Вторыми приходят «Арена Днепро», а у «Киев-Конти» впереди еще целый круг. Раньше нужно было думать, хотя у них еще полно времени отыграться. Обратите внимание на табло. Уверенно лидирует команда «Новый мир» 6 очков. Второе место 4 очка у гостей «Арена Днепро». И завершает турнирную таблицу с 2 очками команда «Киев-Конти». Сейчас ребятам пригодится умение и слаженность работы всех членов команды. Подводная лодка. 5 конкурсантов каждой команды по свистку прыгают в воду. Их задача – водрузить надувной плот себе на головы, а на плот сверху положить еще и мяч. И вот с такой невероятной конструкцией на голове проплыть 50 метров. У «Киев-Конти» и «Арены Днепро» самые непослушные мячи. Вы посмотрите зато на слаженную работу нового мира. Но все же команда «Арены Днепро» первой подходит к правому бортику. Не теряем мяч, а если теряем, то быстро, очень быстро возвращаем его на место. Какой же все-таки непослушный мяч! Днепро без задержек идет вперед. Похоже, они раскусили механизм этой странной подводной лодки. Но, как ни удивительно, новый мир сделал это немного раньше и пришел к финишу быстрее. Мяч «Киев-Конти», как назло, убегает победителям на соседнюю дорожку. Результаты на табло, посмотрите! Вот чего не хватает нашей стране. Стабильности, господа! Мастера плавания Донецка и веселые дельфины демонстрируют вам самую лучшую стабильность. 3-3-3, 1-1-1, 2-2-2. Общие результаты. Первое место. Команда «Новый мир» 9 очков. Воу, аплодисменты. На втором месте «Арена Днепро» 6 очей. И замыкает тройку команда «Киев-Конти» 3 балла. Итак, следующий очень сложный конкурс под названием «Спасательный жилет». Опять же, необходима слаженность действий всех участников. Скорость, выдержка, спортивная злость. В общем, необходимы все качества, присущие настоящим спортсменам. Людям, которые выступают за здоровый образ жизни. Людям, которые собрались сегодня здесь, чтобы поучаствовать в наших веселых соревнованиях. Посмотрите, какая борьба разворачивается между «Киев-Конти» и «Ареной Днепро». «Арена Днепро» впереди. Самый интересный момент – передача спасательного жилета. Тут необходима немалая сноровка, иначе можно запутаться в креплениях и откинуть назад свою команду в турнирной таблице. Но «Арена Днепро» с этим, похоже, все в порядке. «Арена» уже далеко впереди. Прекрасно! Вот это соревнование, вот это дух! Кто же будет вторым? Ни «Киев-Конти», ни «Новый мир» не хотят сдавать позиций. В спасательном жилете не главное удержаться на плаву. Тут важно еще и шевелить руками. И чем быстрее ты это делаешь, тем больше шансов у тебя победить. Уверен, что команда «Арена Днепро» заслуживает громчайших аплодисментов. Слаженные действия всех участников, скорость и, конечно же, море брызг. Последняя смена жилетов. Застегиваем, и «Арена» первой выходит на финишную прямую. Тем временем, жесточайшая борьба за второе место идет между «Киев-Конти» и «Новым миром». Днепропетровцы теряют былое преимущество. «Киев-Конти» и «Новый мир» не упускают свой шанс. Вот эта скорость, вот это старание, вот это настоящие веселые дельфины. Вот это настроение, вот это заряд энергии, и все это с веселыми дельфинами. Даже не так, с веселыми дельфинами в спасательных жилетах. Вот это была боротьба! Запекла боротьба! Вы видели этот финиш? Практически наполовину руки, наполовину грибка обошла команда «Днепро» команду «Новый мир». «Новый мир» лидирует! 11 очков! Главный спонсор соревнований – компания «Интерфуд». Да, после такой напряженной борьбы сил почти не осталось. Впереди еще целых 5 конкурсов. И как бы этого ни хотелось, расслабляться никак нельзя.
Хотя немного все-таки можно расслабиться и понаблюдать за настоящим искусством танца на воде. Небольшой перерыв, синхронное плавание. Вояж, наш технический спонсор. Кто из вас не мечтал в детстве найти однажды несметные сокровища? И вот только сейчас нашим участникам представится такая возможность. Следующий конкурс – поднять клад. А монеты-то уже на дне. Их предстоит найти современным кладоискателям. Сразу же участники устремляются на дно, дабы там по частям собрать целое богатство, за которое они потом купят очки в этом конкурсе. Естественно, чем больше монет они предложат судьям, тем больше баллов они получат. Заметьте, никакого криминала. Все по-честному. Ответственное занятие в поиске клада. Ответственное и невероятно интересное, причем не только самим кладоискателям, но и валельщикам. Стоп, спокойно, не ныряем, спокойно, размеренно покидаем морское пространство бассейна и ждем вердикта строгих судей. И вот результаты. Арена Днепро 25 монет, Киевконти 12 монет, Новый мир на одну монету больше. В его запасе 13 драгоценных серебряников. Видно, Арена Днепро решают догнать команду Нового мира. И судя по очкам, это им почти удается. У Нового мира 13, у Арены Днепро 12 и у команды Киевконти всего 5 очков. Переплываем в следующий конкурс. Папа такой человек, что о нем нужно постоянно заботиться. А иногда бывает же такое, еще и спасать. Например, после какого-нибудь праздника, Нового года или 8 марта. Тренируемся спасать папу. Объявляю следующий конкурс, но что мы видим? Не может быть! Для детей команды Киевконти и Арены Днепро оказывается важнее не папы, а мамы. Наверное, мамы поизящнее пап. Поэтому конкурс «Спасти папу» срочно переименовываем «Спасти кого-нибудь из родителей». Хорошо-то в командах еще нет бабушек и дедушек. Разворот. Ай-яй-яй! Днепропетровцы натыкаются на дорожку и отстают. А вот дети Киевконти, наоборот, увеличивают дистанцию. По-моему, Киевконти решили взяться за ум и спасти свою маму быстрее, чем спасут папу дети Нового мира. И быстрее, чем аналогичную операцию проделают со своей мамой дети Арена Днепро. Усилия не были затрачены даром. Киевконти честно одерживает победу. А вот Новый мир впервые за сегодня занимают 3-е место. Обратите внимание на табло. В общем зачете 8 очей у команды Киевконти и по 14 Новый мир и Арена Днепро. Следующий этап называется «Памятник». Все вы помните замечательную фразу из фильма? Он же памятник, кто же его посадит? Сейчас мы увидим памятники, которые умеют плавать. Все это возможно только в веселых дельфинов. Не пропустите! После долгих споров решили, что памятник должен стоять на коленях. Так он более пригоден для транспортировки. Вперед ногами плывут конкурсанты.
Пока последний из них не дотронется до памятника, транспортировка не начинается. Согласитесь, очень зрелищный конкурс. Страсти кипят, как вода под конкурсантами. На пятки, буквально на пятки им наступает команда нового мира. Но нельзя сказать, что Киев-Конти пасет задних. У них все шансы обойти своих конкурентов. Ах, какая оплошность! Как не везет и как с этим не везет бороться? Плот с памятником Киев-Конти буквально за несколько метров до финиша наезжает на разделительную полосу и резко теряет скорость. Опережая на доли секунды! Опережая на доли секунды! Команда «Арена Днепро» вырывается вперед, как в этом конкурсе, так и в общем зачете. Ну а теперь внимание на табло. Сегодня мы постоянно на него смотрим, так как оно невероятно важные сведения нам сообщает. Что мы видим? Подарочек от Деда Мороза. Киев-Конти получает новый зеленый плот. Это неспроста. Может, благодаря ему команда переплывет свою черную полосу, которая настигла ее сегодня? У команд ответственное задание. Нужно на плоту переправить всех своих друзей и сделать это как можно быстрее. Новый мир, оценив ситуацию, а заодно и силы соперников, уверенными грибками вырывается вперед. Киев-Конти и «Арена Днепро» почти одновременно касаются бортика. Новый мир берет еще одного пассажира на борт. И раз, и два, и три. Собрались, ребята. Вот эта скорость, вот эта моторная лодка. Видно невооруженным взглядом, что быстрее плывут те конкурсанты, которые работают двумя руками. Эх, теряют драгоценные секунды пловцы Киев-Конти. У нового мира нужно учиться слаженной работе. Видно, эти ребята очень хорошо отдохнули перед самими соревнованиями. Смотрите, какую хитрость придумали конкурсанты нового мира. Они решили, что пятый участник явно будет мешать производственному процессу, а поэтому положили его поперек матраса. Вот такое ноу-хау веселых дельфинок. Интересно, последуют ли примеру нового мира другие команды? Киев-Конти берут свою команду только третьего друга, а новый мир уже празднует победу. Вторыми, как можно было догадаться, к бортику касаются конкурсанты «Арены Днепро». К сожалению, команда «Киев-Конти» так и не включила обещанную ранее закись азота. Не нашли кнопку, наверное. Кто же вырвался вперед? А вот вперед никто и не вырвался. И ситуация у нас такова. По 19 очков у команд «Нового мира» и «Арены Днепро». 19-19-10. О чем это говорит? О том, что все решится в следующем конкурсе. У каждого корабля должен быть капитан. Выдержанный, строгий, серьезный. Который сможет управлять всеми веселыми дельфинами. Итак, через несколько секунд самое важное, основное. Конкурс капитанов. Заводные танцы перед конкурсом капитанов – обязательный атрибут. Надо же ведь настроить своего героя на победу.
Капитаны готовы? Капитаны в воду! Чудеса пилотажа показывает капитан команды «Новый мир». К нему уже пристреливается капитан арены «Днепро». Вот она, самая интересная – матрасная борьба. Двое на одного! Это же нечестно! Капитан «Нового мира» мертвой хваткой держится за матрас соперника. Вот это поворот событий! Видно, капитан «Арены Днепро» решает перебраться на плот «Нового мира», но неудачно. Хотя, как на это посмотреть? Удачно для капитана «Киев-Конти», который в прямом смысле вышел сухим из воды. А вот в распределении второго и третьего места у судей возникли проблемы. Ведь под воду соперники ушли почти одновременно. Что ж, логичное решение и еще один тур. Для того, чтобы затруднить задачу капитана, в бассейн заполнили разными абсолютно ненужными в этом конкурсе предметами. Борьба предстоит на кругах. Борьба обещает быть напряженной, но по соперникам этого не скажешь. Капитан «Нового мира» будто заигрывает капитану днепропетровской команды. Нападение, сплетение рук, сплетение ног. Капитан «Арены Днепро» после упорной борьбы теряет круг, а вместе с ним и шанс победить в этом конкурсе. Вот она, настоящая радость победителя. За капитанский конкурс двойные очки! За победу в капитанском конкурсе начислялись двойные очки. Таким образом, Киев-Конти получает 6 очей. Команда «Новый мир» получает 4. И 2 очка у команды «Новый мир». Но не забывайте, что за всякие оплошности начислялись штрафные баллы. И только после подсчета мы узнаем настоящего победителя. Поход за очередной порцией радости, активных впечатлений и развлечений закончился. Дорогие друзья, с трепетом и волнением подводим итоги. В тяжелейшей борьбе команда «Нового мира» заняла заслуженное первое место. Часы, чтобы считать время до следующей встречи, сладкие подарки, карточки одного из мобильных операторов Украины, а также сувениры от организаторов соревнований, спортивного клуба «Мастера плавания Донбасса». Все подарки не унести, конечно же, нужны помощники. Второе место в сегодняшних соревнованиях заняла команда наших гостей из Днепропетровска. Арена Днепро. Борьба. Какая была борьба в самом конце? Как сражались за честь своей команды капитаны? Наши поздравления! И третье призовое почетное место присуждается команде «Киев-Конти». Всем-всем-всем! Подарки абсолютно каждому! Да столько, что одному их не унести. Нужно уносить командой. Ведь «Веселые дельфины» — это дружные, веселые командные соревнования. Ну как обойтись без шампанского и финальных брызг? Финальное красивое всеобщее погружение в воду. Все готовы? На старт! Внимание! Марш! Настоящий морской подводный Дед Мороз! Только в программе «Веселые дельфины» на первом муниципальном.
Нам, в свою очередь, остается тоже поздравить вас всех с Новым годом. Пожелать вам счастья, крепчайшего здоровья, железного терпения, ну и, конечно же, спортивных достижений в новом году. Будьте с нами, будьте со спортивными, веселыми дельфинами. Больше плавайте, чаще бегайте, спите, кушайте хорошо. Счастья вам в новом году! Спортивный клуб «Мастера плавания Донбасса», учредитель и организатор соревнований. Генеральный спонсор программы – компания «Киев-Конти».